Здравствуйте, Катюшенька. Да, я вот вам послал вот это вот послание такое, как говорится. Я вообще-то сейчас нахожусь в городе Богота. Это Колумбия. В данный момент являюсь саунд-продюсером такой певицы, как Шакира. Вот. В Москве у меня есть друг, вот, гендиректор Международной ассоциации рок-музыкантов столицы. Вот. Мы приглашаем вас в качестве почетного члена в нашу ассоциацию. Как вы на это смотрите? Ну, вас, потому что вы являетесь администратором этой рок-группы, да, вот этой вот Алма, как ее, Алма Бой. Вот. И, во-первых, мы приглашаем вас как почетным членом. Потом мы также пригласим почетными членами всех музыкантов Алма Боя, естественно. Как вы на это смотрите? Миссия, задача потрясающая. Да, ну то есть... Потрясающая, если бы я понимала, что мне надо делать. А ничего пока не надо делать. Если вы согласны, вы просто скажите «да». У нас есть совет девелоперов, вот, в который входят известные музыканты международные, там, вот. И будем ждать их решения, и все. А мы, я как учредитель и Виктор Суслов как гендиректор, приглашаем вас. Вот он вам на официальное приглашение пришлет. Да. Откуда узнали о группе Алма Боя? А у меня такая певичка есть. Вот. Она знакомая, она сидела в жюри. Наверное, догадались, как кто такая. Ну и, естественно, Жукова я знаю, и этого, я всех их лично знаю. Вот. И, в общем-то, как говорится, очень понравилось вот это вот ваше выступление на вот этом «Битва каверов». И вот решили пригласить вас к старикам, к людям, которые из Стаса Намина, из... Ну, мы же рокеры все. Вот. И вы тоже... Ну, Очень приятно. да, во-первых, Я как... принимаю ваше приглашение. Да. И сейчас просто вам уже Витя пришлет. Ну... Я-то уже совсем старенький. Видели, да, фотокарточки мои, Конечно. да? Я спецкором еще был на Олимпиаде 80. То Как есть, это давно было? да. Мне еще не было. С Юрой Николаевым я начинал «Утреннюю почту», потом «Звезду» и прочее, прочее. Вот сейчас буду искать спонсоров на возобновление «Утренней звезды». Так что, значит, самое обидное то, что мне звонить нельзя. Я сам звоню со спутника, а в Колумбию дозвониться очень трудно. Я в Боготе нахожусь. 3500 метров над уровнем моря. Это горы Анты. Вот. Так что вот в первую очередь, конечно, на ты можем перейти-то, не можем? Мы можем на Да. «ты». Катюша, Задача не поможете, я очень, нет. очень хорошо выглядите, очень экстравагантно. И вот давайте перейдем на ты. Так, будто мы старые уже знакомые, для того, чтобы наш совет девелоперов как можно быстрее все это дело подтвердил и больше не возражал против нашего вот совместного сотрудничества.
Ты, Катюшенька, сама-то музыкантша, не музыкантша, имеешь отношение к Я этому? сама не музыкант, я сама организатор мероприятий Прекрасно, вот он. различного рода, различного уровня. То есть у меня тоже есть очень много возможностей. Вот и прекрасно. Будем, как говорится, будь тут такой дядя Алекс, Катюша. Вот. И будем вместе думать, как что сделать, как с Дробышем там обойтись, как с этим Шурочкиным, Сашкой, моим другом, еще из по группе «Ласковый май». Вот. И со всеми остальными, и всеми тиктокерами, которые у меня непосредственно этот... Есть такой Андреев Ярослав, он командует всем Дримхаусом. Это мой старинный дружок, он тоже. А у вообще у Катюши есть свой Facebook, свой собственный, чтобы я мог. Фейсбука у меня нету, я не пользуюсь. И Инстаграмом я тоже не пользуюсь. А скайп у Катюши есть? Нужно, конечно, потому что у нас будет международный уже тогда проект, ну, типа того же самого, там, Little Big или еще там какого-то, что мы делали. Вот. Завести-то его несложно, скайп, это уж просто взять и это... Да, Катюш. А сама не пробовала? Я новичок в этом деле, и мне немножко сложновато, потому что я привыкла, когда ко мне приходят с деньгами, понимаете, и говорят, нам надо вот это и вот это. Ну, это дойдем и до этого. Сначала начнем дружить. Вот. Сейчас уже Виктор пошлет официальное предложение. А Катюш пока сделает скайп. И мы тогда уже по скайпу свяжемся. Потому как мне очень сложно по WhatsApp, потому очень высоко. Здесь плохая связь очень. Сейчас еще как-то она есть. А бывает вообще долго не бывает. А скайп более-менее работает. А мой скайп я сейчас скину. Хорошо. И тогда просто Катюша возьмет и мне на скайп бросит привет. И когда сделает. Да. Очень экстравагантно, Катюша. Сама-то не поешь, Катюша? Не танцуешь, ничего? Нет. На музыкальных инструментах? Я очень многогранная личность, но отошла. Я спортсменка, танцовщица, но сейчас занимаюсь организацией, обожаю это дело и возвращаться к чему-либо не хочу. Петь? Нет, мне нельзя петь, противопоказано. Разберемся, да. Разберемся. Ну, очень приятно было познакомиться, будем сейчас поддерживать уже по скайпу, значит, связь. И сейчас Вить пришлет официальную бумагу уже на... Надо просто написать под этим, на WhatsApp пришлет. Там надо просто подписать. Да, согласна, и все. Хорошо. Ну, все, до встречи. Будем, как говорится, на контакте. Сначала Катюша будет у нас непосредственно почетным членом, а потом Катюша предложит уже непосредственно музыкантам всем, и тоже мы их примем как почетных членов. Вот так вот сделаем. Ладно? Ну все, сейчас Витя уже напишет, да, он уже пишет сейчас, потом напишет официальный уже документ, а сначала просто... текстом на WhatsApp. Сейчас, может, у меня-то вот нету кириллицы, здесь не существует, поэтому приходится писать русский текст на английском буквы. Вот. Ну все, до встречи. Сейчас он напишет. Делай, Катюш. Хорошего вечера или дня, что у вас там, у вас день.
У нас утро самое раннее. 8 часов минус. Ну, спасибо огромное вам за да. за приятную весть. Да, будет. Будем сотрудничать. Ага. Да, будем сотрудничать в самом тесном варианте. Ну все, сейчас Витя уже перезванивает. Виктор Суслов. Спасибо. Да. Ну все, до встречи.